Так, чувак, тебе бы сейчас выпрыгнуть. Ой, бляха. А я тоже буду выпрыгивать? О, чувак, прикинь, под поезд прыгнул. Ё-моё! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Наташа, мы с вами продолжаем играть в метро Exodus. Exodus, Amogus, Amobus. Короче, ты понял. А я уже записывала первую часть, там я немножечко перепутала, но, в общем-то, как бы да. Продолжаем с вами играть. В принципе, мне нравится серия «Метро». Хороший шутанчик когда такой. Год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота. Как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Лохи, потому что... Короче, если вы забыли, то у нас было следующее. Мы услышали людей по радио, по рации, пришли спасать деда. У нас есть жена. Так, у меня что-то все не очень хорошо. Анька, Анька, давай не будем отбиваться. Анька, Анька, у меня все плохо. Анька, Анька, капец, Анька. Анька, что делать? Я включу фонарик. Так, ты чё? Куда пошел? Ах, вы негодяи такие, ты погляди на них. Я тебя вижу. Так, Анька, спасибо тебе. Так, где еще дядька? Я ж видел. Смотри, сидит, а. Тихо. Ай, 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 Анька, меня убили. Анька! Анька, вырубай. Блин, меня убили. Как так вышло? Не пойму. Но было неприятно. Чё, отсюда, что ли? Блин, а нечем похилиться? Анька, чем? Давай похилимся. Блин, а может ты сама? Кажется, ты вполне себе способная женщина. Можешь сама их убить. О! Видал, у меня хорошая жена. Шарит. Я там вижу кого-то. О, убила. Какая она молодец. А-а-а-а! А-а-а-а-а! Блин, отдача капец. Я уже отвыкла, что такое отдача, а здесь она есть, ты прикинь. Да господи. Санитары себе в штаны засунешь. Анька, ты как? Так, я вижу дядьку. Анька, я его убил. Этого почти убил. А можно мне похилиться чем-нибудь? Вообще ни одной хилки нету. Анька, да не толкай же на меня. Фига на меня, видал, вытолкала. Капец, баба у меня. Подожди, какой водоворотный круг? Подожди, до водоворотного круга еще дожить надо. Мне нужен спасательный круг. Блин, нечем хилиться. Че, ни у кого из них, что ли, нету здесь аптечек? Да подожди! Подождешь, у Артемки тут лут вообще-то. Нажимаю. Какая нетерпеливая. Ты во время мне любви так же, да хватит меня толкать. Я же умру, Анька, ёб твою мать. Анька, ты дура. Анька! Анька, сама отбивайся от них, поняла? Я ничего не буду делать. Так, ты его убила? Блинка. О, это что? Это что? Анька, Анька! Это что? Ёб твою мать! За что меня так? Фига! Давай, иди. Я тебя не буду отпускать, ты моя жена! Ёб твою мать! Ладно, я тебя отпустил. Ничего себе. Блин, а ты тут красивее стала. С годами лучше. Ох уж этот московский воздух. Я жив еще? О! Нас дед... Да, уйди! Блин, можно я пройду? Там меня дедушка ждет. Нас дедушка ждет. Дедушка, я иду. Дедушка.
Вот и помер дед Максим. Дед Максим, ты где? Запрыгивай к деду. Дед! Так, ну-ка ушли нафиг отсюда. Ушел! Где дед Максим? Дед Максим! Как к нему залезть? Тёма, помоги, в смысле? А чё, сама не можешь? Чё сделать надо? Всё, давай вместе. А ты одна не можешь, правильно, потому что ты женщина, ты хиленькая. Я тебе должен помочь, я столько говна пережил. Интересно, мы встретим Гошу в этой серии? Как же Гоша? Ну чё, нам надо теперь успеть запрыгнуть, зай. Давай, зайка, побежали. Давай. Нас не догонят. Сейчас мне ногу подстрелят. Какой... Ну давай, Артём. Ну чё ты? Рассматривает он там видами, любуется. Все, сегодня вечером ты должна мне дать, потому что я чуть не умер. Ой, дед, ты шапку уронил. И шлем. Хорошо. У меня противогаз, правда, побитый немножко. Блин, а мне не дадут похилиться? Рано радоваться, дорогая моя. Все еще может измениться. Знаешь, как это бывает? Вот-вот. Что это? Ой, только не убивайте деда. Блин, а деда жалко. Дед был еще из тех парней, который мог бы выжить. Понял, база. Конец связи. Так, этих в расход. Машиниста? Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело. Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе все разъяснит. Так, вот только жену мою не трогайте. О! Папа! В смысле? Это мы! А... Какого хрена? Чего? Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно. Чего? Невероятно. Ты чего от нас скрывал? Мельник? Так это правда? Ты на них работаешь? Какого хрена, Мельник? Помолчи. Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Наблюдатели не позволят. Нет уж, я не замолчу. Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник, да, в котловане люди из других городов. И тут их всех женщин, потом детей. Объясню. Как так? Почему наш отец ведет себя так отвратительно? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики. Артем с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор. Нифига не понятно, но отец что-то мутки какие-то мутит, как всегда. Мельник вот противоречивый персонаж. Он вроде бы что-то нормальное делает, но иногда какую-то херню говорит. Так-то моя дочь, слышь? А чё они почти зигуют? Артём, пошли выйдем. На свежий воздух. Ты тоже, да, в шоке, что твой отец такой гад оказался? Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. Да, твой отец та еще скотина. Мы сидели в метро, считая, а за 20 лет она не постарела. Или ей типа 25, а может быть. На самом деле, Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! А вот непонятно почему, надеюсь, нам расскажут. Блин, ну так красиво, ты посмотри, как выросла графа и вот это вот все. Может быть, кто-то узнает свой дом. Отец просто врал. Да, вот да, такой вот твой отец, мне... козел. Да всем вообще... Представляешь? Что это такое? Что это? Что это? Что это? Еще один поезд? Чего? Охренеть, еще один поезд. Нифига. Так мы остановим локомотив за несколько секунд. Несколько минут, блин, останавливать. О, самовар. Блин, со самовар-то зачем? Жалко же. Как мы теперь чай будем пить-то без самовара? Ну вы чё?
Какие они злыдни. Батя, ну ты козел. По-моему, у него пробит этот, нет? Сейчас будет какая-то супер перестрелка, я так понимаю. Сейчас мы справимся, мы сейчас покажем, что мы можем и что не можем. Я? Да у меня аптечки нету, ты чё? Я заварил? Это ты заварил? Ты чё? Это ты скрывал от всех правду? Мне нормально вообще перетягивать так одеяло, слышь? Козел старый, пердун. Некуда там ехать, мельник. Так тебя столкнуть с этого поезда хочется. Нихера себе, блин. Я что, человек-паук? Я, по-моему, человек-пух только от этого слова. Бляха, привет. Да, спасибо. О, аптечка. Нету опять аптечки. Да. А как открыть? Или я должен послушать? Планы? Предатели нас? Мы вам столько лет служили верой и правдой. Гроши лили! Врагу продался! Они нас сосла! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! А откроют мне проход? Или что мне делать? Людей, понял? Но не ради тебя, гнида! Все, поговорили? Ждем рацию не выключать. Спасибо. Давай. Блин, капец, стрёмно. Ладно, я пойду. Главное, чтобы мне сейчас голову не снесло каким-нибудь знаком, а то будет вообще прикол. Так, привет. Братан, извини, но я позволю тебе немножечко поспать. Ну чё, я здесь. Не надо. Я пошел дальше. Выключи свет. Не включи. В смысле вижу противника? Как он у меня увидел? Только из-за света? Ой-ой-ой, чё? Я вас убью. Вы чё, пацаны? Я сука, ты сам сука. Если бы меня так тут не коматозило, все было бы зашибись. Сейчас получите. На-на, заткнулись. Так, умерли. Так, уворачиваемся. Нам нельзя здесь это самое. Блин, а дач капец ужасная. Ой, ты что, живой? Ты что, живой? Он меня убил. Он был сильнее. Я не ожидала, я думала, он мертвый, а он, оказывается, живее всех живых. Здрасте. А чё они срутся? Я не вижу. Так, не надо меня, это самое. Так, умерла, нет? Все, умерли? Да подожди, какие клочья? Меня в клочья унесут. Вы по мне можете, придурки, не стрелять? Я вообще-то ваш. Заменяй фильтр, дурак. Я нифига не вижу, но стараюсь попадать. Да замени фильтр! Меня свои же придурки убили! Нахера по мне стрелять, идиоты? Дебилы тупые!
Давай нахер, открывай дверь! Лично тебя пристрелю и не в затылок, в руку твою! Пошел отсюда, че встал, вылупился он на меня. Смотрит он на меня, а? Да я рада, что тебя в клочья разнесут. А меня кто спасать будет-то? У меня тут и без вас проблем хватает. Тихо. Так, минус дядька. Еще? Я тебе коленку прострелю, чел. Еще кто-то есть живой здесь? А можно мне аптечку какую-нибудь? Хоть какую-нибудь аптечку-то дайте, пожалуйста, бедному старичку. Так, ты нормальный? Я тебя вырублю. Полежи, поспи, окей? Я, конечно, добрый, но извини. Ой, Артём. Да я не буду. Отойди нахер отсюда. Все, я минирую вам поезд. Так, чувак, тебе бы сейчас выпрыгнуть. Ой, бляха. А я тоже буду выпрыгивать? О, чувак, прикинь, под поезд прыгнул. Ё-моё! Прикинь, чувак реально под поезд прыгнул. Он прыгнул, думал, выживет. Его, наверное, намотало там. Так, я живой пока. И еще... Ой, скользко! Блин, а как меня тут не растерзало об эту железку? Ну, помогай мне, князь. Твою ж мать. Таких приколов я еще не видел. Вот это икшунчик подъехал. Ну, мельник, бляха. Так, отойдите, сейчас бомбанет. А не опасно было рядом с нами это все взрывать, нет? А если... По нам бы попало... Да, сделаем сегодня детишек, я вдохновился. Точно понял, что теперь хочу детей. Надо что-то после себя оставить. Какого-нибудь маленького гомункула, зайка. Поздравляю. Спасибо. Мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся. Ты сам виноват. Мы стоим сотни километров от Москвы. Стоим и проверяем дозиметры. Потому что все они показывают почти нормальный фон. Будто сговорились. Но эта потрясающая новость никого особо не радует. Ребята не понимают, что делать дальше. А лично я жду ответов на вопросы. И надеюсь, что командир, которому я до сих пор доверял безоговорочно, будет очень убедителен в этих ответах. Да-да. Мечтай. Так он тебе все и рассказал. Конечно, конечно. Угу. Закатай губу. Закатай обратно. Как пелось в ТикТоке. Ну чё, мои маленькие дезертилы? Мы сейчас на развилке. Ой, я отоспался. Смотри, у меня руки какие волосатые, ля. Надо на лазерную депиляцию сходить. Пацаны, у кого-нибудь есть лазерная депиляция? И посмотри, что он делает. Он себе яйца греет. У него там уже, знаешь, яйца всмятку получились, пока он там сидел, а? Да, точно. Фон в норме. А у этого нога вон погнулась. Странные тут пацаны. Так, значит, не врали. Да. Кто не врал? Почему ты молчишь? Рассказывай. Там у тебя дочь посидела, судя по всему. Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Давай, давай, мельник. Хорошо. Начну с главного. Ну? Война не окончена. То есть как это не окончено? А, не перебивай. А, Гоша? Большая часть городов уничтожена. Ага. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план «Щит», сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы, чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя? Ой, как интересно! Когда он с рацией ходил со своими рентгенами и мечтой?
Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Ну полгода бы назад сказал. Расскажешь, сдохнешь. Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Верная мысля. Жаль, есть что приходит мысль, опосля. Но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучше эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ладно. Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Тут и трибунал не нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала. О! Это же просто сказки. По восстановлению база не сказки. О! Тем, кто слышит это, это они и есть. Уверен, что они Москвы. Общий сбор. Всем слушать. Квадрат 18-5. Повторяю. Объявляется общий сбор. Точка сбора. Код 18-1-79. Сейчас начнется заварушечка. Только сплотив ряды, возможно, преодолеть. Я хочу Гошу встретить. Гора Ямантау. Ясно. Маршрут вырисовывается примерно такой. Гора. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект «Ковчег» — это целый подземный город. Огромные запасы, техника, лучшие специалисты. Это ставка Верховного Главнокомандующего. Там все руководство страны, и они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что... А мы, как бомжи, должны жить в метро, да? Не, в неведении. Все, вы ну вы козлы. Начинается новая жизнь. Для всех выживших. Хотя бы детей бы вывезли. С женщинами там, кстати, как ситуация? Орлы. Ну, раз такой случай, Дамир, доставай. Что? У него женщина переносная надувная. А что у тебя вечно во фляге булькает? Что, думал, не знаю? О, самовар уже починили. Это я мигом. Это я не поверил сначала. Нам, может, не время бухать раньше времени? Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Поехали на Урал. Название этой развалине дадим. Жопа мира предлагаю. Ну что, давно пора? Предлагаю. Видишь, им понравилось. Глазки. Да иди ты. Еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня утренней зари и крейсер... Ну, сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но крейсер чего? А, потом расскажу. А, ты американец? Окей. Тогда за Аврору. Бухнем! У-ху! Все, хана. Я такой, так, блэд. Анька, пошли уединимся. Анька. Давай на карту-то посмотрим. А я думала на курточку. Пойдем что-нибудь другое посмотрим. Нет ли у меня мандавошек? Или у тебя? Ничего себе маршрут. Сколько да. Нам туда ехать? Долго. Но обычно до Урала на поезде ехать дней 7. Как ты, Леша? Так, вы можете отправиться дальше и продолжить исследовать. Или продолжить... Так, подожди, я хочу исследовать поезд. Дай-ка я исследую поезд, мне же интересно посмотреть. Анька, ну ёб твою мать! Тебя знаю. Я хочу исследовать поезд. Точно. Дай посмотрю. Вау, как красиво. Мама мия. Вот это я понимаю. Так, вы тут чё, веселитесь, да? Я пойду смотреть, осматривать, что тут как. Так, Ермак что-то притворяется, что он работает. Анька! Я хочу посмотреть. Тут важно не число, а умение. Ладно. Он там мою бабу уже охмуряет, поэтому поехали.
Поехали путешествовать. Только в путь, только вперед. После долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземелье? Наслаждались метро. Жизнью, блин, как это всегда и бывает. Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? Да, доберемся, не ссы. То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? 100%. Мы везущий человек, нам везет. И повезет в этот раз. Как красиво. Ты посмотри, какие пейзажи. Ты как, родной? Ничего не застудил? Ну, мошонку можешь Держи. Погреть. Разморозим тебя немного. Спасибо. Но могла бы кое-что другое сделать. Наши шансы добраться до Ямантау. Отец только и думает об этом. Но пока все хорошо, пока шансы хорошие. Вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью. Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. Ну вот, придется. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Там какая-то... Мы, кстати, скоро фигня впереди. К мосту. Кресты или что это? Там что-то впереди Господи. Есть. Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Это по нам стреляют? А нахера по нам стреляют? Вы можете перейти в фоторежим. Четверо, дрезина! А нахрена? Ну ок. Блин, как красиво, посмотри. Там купола. Да пацаны просто пересрали и все. Поэтому ладно. Артём, ты как, цел? Да нормально. Один цилиндр открыл. Но надо починить. Как приехали? Мы даже не уехали. Блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья, а не ватника. Обычные люди. Старичье какое-то. Старичье. Наверное, рыбаки. Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте помню. Да, конечно, конечно, пойдет Артём. Дуй туда. Да. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Аня? Есть. Может, и я с Артёмом? Как усиление? Да не надо, я сам. Разберемся от Авроры не на шаг. Я сам. Они в паре уже работали. Справились. Да, мы умеем. Мы не маленькие. Ну, когда сможешь починить? Это мне рисовать, что ли? Я не знаю. А, может, прикольно. Может, ты слышь, не Понял. Надо это! Действуй. Чини, давай, нормально, чтоб все было. Так, можно я выйду? Слушай мой приказ, Аврору подготовить к обороне. Зачем мне это слушать? Пошли, вот, все. Есть, а почему я не могу? Принято! Идет, какой отстой. Есть. Давай, 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 внутри. Спасибо. Просто рюкзачок да, мне дал. Уж извини. Сам собирай. Ну и соберу! Анька, ну выходи давай. Ну что ты такая медленная, ну? Ладно. Пошли поговорим с местными жителями. Блокпост этот, из говна и палок. Да это обычные люди, они обосрались просто. Да это обычные люди. Я тебя умоляю. У-ху! Это рыбачье. Блин, прикольно. Очень красиво, прям так это. Ничего не предвещает беды. Мне прям нравится так хорошо. Так, кто в теремочке же... Это что? Тут же нет зомби. Слышишь колокол? Вот мы
Да они там обосрались, они уже молятся всем богам. Мыслимым и немыслимым. Блин, мне страшно, а вдруг здесь будут зомби? Они реально очень похожи на зомби. Что там здорового у тебя? Кого ты там увидела? Смотри, опора лэп. Для снайпера места лучше не найти. Ну, вряд ли у них есть снайпер. А, это ты хочешь снайперить? Не, зай, не надо. Это мирные люди здесь живут. Они и так там на измене сейчас сидят. Они молятся. Зачем тебе вот эти твои опоры лэп? Лэп? Не надо. Не наводи. Шума. Блин, нормально тут у них? Тут кто-то умер, судя по всему. А где моя жена? О, это заяц был. Ты видал? Там был зайчик. Я думаю, здесь будут добрые люди. Артём, давай рядом держаться. Не отходи далеко. А где ты? Это ты не отходи от меня далеко. Догоняй меня. Я что, виноват, что ли? Сама там что-то яйца чешешь чужие. Так они отходи от меня далеко. Это ты от меня далеко не отходи. У меня тут началось активное исследование мира вообще-то. Я наслаждаюсь. Вон тут какая-то избушка. Почти что на курьих ножках. Есть тут что? Крыса какая-то пробежала. Здесь гулька сидит. Сузишка, что такое ка? Подожди, я не закончил. У меня тут вообще-то лут. Вон кто-то кроссворды разгадывал, сидя на унитазике. Чайник с пряником стоит. Значит, кто-то кушал. Она на опору лэп, да, залезла? Я сюда не смогу залезть? О, полезли. Ух ты. Как тут красиво. Я в чем-то доме. Надеюсь, меня ничто здесь не убьет. Не хотелось бы. Зато я нашел какие-то непонятные штуковинки. Так, привет. О, здесь есть подъем. Ну, пошли поднимемся. Хотя, подожди. Ну, тут, в принципе, так относительно-то ничего и нету. Можно хоть здесь подняться, хоть там. Блин, капец. Прикиньте, здесь кто-то когда-то жил. Какая-то семья, может быть. Которую кто-то съел. Я не знаю, кто. Но выглядит крипово. Они реально на гули похожи из Fallout'а. Так, ладно, Анька, я иду. Анюточка! Анюточка, моя туточка, простая уточка. Подожди, сейчас я здесь еще посмотрю, что у нас тут. Еще один домик. Привет. Такие очень знакомые нам виды с тобой. О, иконочка. Но мне кажется, здесь так пустовато на самом деле. О, еще какая-то халупа. О, видал, не зря зашли. Но я так смотрю, здесь лутать не перелутать все просто. Столько лута. Ладно, иду. Анька. Что за звук? А! Кто это? Жуки какие-то. Анька, там какие-то жуки, мне не нравятся. Они издают очень плохие звуки. Так, бутылочка. Попить. Чтобы выхлебать. Ладно, иду, Анька. Ну чё? Ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Конечно, конечно, Артём погребет в церковь. Конечно. А ты будешь в этом, да? Месте нормальном. Спасибо, зайк, спасибо. Что это такое за коты или кто это? Что это? Кто это? Жуки? А, это эти креветки. Я понял, это креветочки. Ну ладно, я креветочек не боюсь. Хорошо. Я рад. Я, кажется, в тупике, Ань. Надеюсь, выплыву. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. Может, у нее менструация началась, она меня оповещает об этом? Да, конечно, мирные. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Я и не хочу. Я хочу просто выйти, поздороваться, сказать просто привет. Так, а как выйти отсюда? Подожди, а как выйти-то?
Меня выходить-то не научили из этой лодки. А. Привет! Женщина! Ты там своими трусами махаешь? Молодец! Я хочу сюда зайти. Там прям столько всего. Ой, сюда, ну здесь все разрухи. А вот тут вот можно полутаться. Так, вот это вот возьмем. Что тут есть у вас еще? Патроны, смотри, сколько. Нормально тут кто-то жил. Да сейчас приду! Не колоколи мне тут. Так, здесь, видимо, просто дом, да? Мне надо это оплыть, я понял. Да ты чё? Ну, поплыли. Я-то думала, нам здесь нужно причалить, а оказывается, нам надо далеко глубже плыть. Ну, поплыли. Можно, в принципе, не выходить. Здесь такие, мне кажется, ненужные остановки. Блин, так красиво. Прям так все по-домашнему. Все так уютно. Да иду я! Иду! Чего? Электричество? У них там какая-то секта, ребят. Церковь царя Водяного. Святой отец Силанти как раз начал проповедь. Заходи в храм. Спасибо. К свету истины. Только оружие не доставай. Хорошо. Ну, добро пожаловать. Электричество грех. Привет. Нормальный у вас тут дом. Так, девочка, ты что за мной следишь, а? Ты жопа с ручкой, я все видел. Ой, Настя, зря ты так. Ой! Охренеть. Охренеть, меня закрыли здесь? Где эта девочка? В смысле? А зачем ты от... Да зачем ты достал ружье, придурок? Зачем ты достал ружье? Вот этот дядя с паровоза. Он нас спасти пришел. Привет. Какая симпатичная женщина. Правда, боже, я уже и не надеялась. Я добрый. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силанти нас уже год в церкви держит. Так. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу. Артём, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантьевы явились. Он их, как и здешних, окрутил, только эти с ружьями. Уходите. Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая очередь. Ну, ребят, каждый сам за себя. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Надеюсь. Если вы достаточно хорошо освещены, чтобы враги вас заметили, на ваших часах загорается индикатор. Спасибо. А можно я его вырублю? Ибо нех. Я хочу женщину спасти. На. Лежать, валяться, спать, не брыкаться. Ой, зачем ты так? А я смогу по-другому спуститься как-то? Или мне надо определенно идти так? Не, ну я хорошо их так это, почикал. Теперь дочь и ее маме ничего не грозит, которых мы с тобой встретили сейчас. Так, нам сюда. Не забывайте о возможности производства патронов. Да, нам сюда. Так. Дядька, привет. Извини.
Или тут немного полежишь. Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю. Я справлюсь? А если я не справлюсь? Хорошо, что ты на сынок смотрел. В смысле? Как они меня заметили? Как они меня заметили? Меня кто-то спалил. А кто меня спалил? Я не еретик. Я Артём. А, они увидели их, типа, да? Идите ищите там еретика. Где же этот сраный еретик-то? Ай! Я не хотела вас убивать. Вы такие дураки? Ай! Блин, капец. Артём, убегай. Блин, а чё у меня нету аптечек? А, может быть, их надо крафтить? А как крафтить? Я не умею крафтить. А, я в противогазе все это время, да, был? А как крафтить? А, вот, аптечка. Так, аптечка, собрать. Все, я понял. Мы умеем крафтить здесь, хорошо. Так, таб закрыть. Все. Теперь у меня есть... Все необходимое. Так, я тебе. Я не хотела вас убивать. Так, этот сдается. Спокойно, сдался. Видишь, сдался. Да, вот если ты сдался, я тебя не буду убивать. Окей? Да, не повезло. Не защитила рыба, хотя жив остался. Хоть и еретик ты, а на совесть твою надеюсь. Не стреляй. Хорошо. Я не буду стрелять. Если вы не будете стрелять на меня, я не буду стрелять на вас. Все логично. Типа... Не вижу проблемы. Так, мне нужна лодка. Вот это что ли? Мне кажется, какая-то не та лодка. Или та. Там женщины плачут. Не знаю, хорошо это или плохо. Но хорошо, что они поняли, что мы мирный себе, добропорядочный гражданин. Все, пацаны, спасибо. Я поплыл. К своей жене. Где бы она ни была. Было приятно с вами познакомиться. Там у Лёда дискотека, видал? Лёда дискотека, дискотека века. Они сами виноваты. Увидимся на Авроре. Я ничего не хотел делать. Они сами начали меня стрелять. Так, а я плыву. А куда мне плыть к нашему... Ой! Иди отсюда, слышь ты! На тебе по лицу! Так, ракожоп. Да идите отсюда, иди! Чё за раки на меня? Я что, похож на пиво, что ли? Вроде бы не пиво. И не вяленое мясо. Иду. Ща приплыву. Да иди же ты, пожалуйста. Что это, ёб твою мать? А это здоровая креветка. Еба. Вот это я поверю. Фига себе. Вот это сомик на меня вылупился. Ни хрена себе сомик, блин. А если тут что-то еще живет? Да что такое? Это волна, что? Руку давай! Спасибо. Охренеть, вот это рыба была. Жесть. Ты видал? Это, бля, что было? Кит? Нет, это сом. Ух и здоровый, сволочь. Да, я тебе что?
сожрал мою лодку. Скотина. Чем больше грязи на вашем оружии, тем хуже его характеристики. Класс, теперь мы должны чистить свое оружие. Ну, обосраться не стать. Пошли отсюда, князь. Кролики бегают, смотри, какая прелесть. Вот это понимаю. Так, привет, кролик. О, самолет. Увези меня в полет. Мой волшебный самолет. Так, тут кто-то умер. Зачем умер? Умер недавно. Судя по всему, от этих жучинь. А вот эти умерли давно. Они уже превратились в гуль. Зато я нашел какую-то модификацию. О, этот недавно здесь сидит. Ну, я пописал на огонь. Чтоб он меня не напрягал. А чё? Чё он на меня напрягает-то? Неплохо они тут жили такой милой семьей из двух мужиков. Так, ну чё, князь? Ой. Ой. Так, ты кушай. Я бегу. Ребята, я бегу. Я бегу, я вас спасу. Ой, здесь тоже какая-то фигня. Так, записка. Но моя заметка. Плесневелый журнал. Говорят, любая посадка, после которой уходишь на своих ногах, удачная. А что тогда у меня получилось? Хотя, конечно, могло быть и хуже. Остальные трое так поломались, что ходить еще долго не смогут. А, у них, видимо, какое-то произошло крушение, судя по всему. Кто хочет, прочитайте на паузе. Твари сожрали Колю. Блин, грустно. Вот это у них тут дневник выживания. Фига длинный. Так, он пошел за помощью и, видимо, умер. Блин, ну, обидно, чё. Жалко. Так, вы по этой рыбе стреляете, страшный. Ребят, ну, мы явно не сможем никак преодолеть это. Мы пришли с вами на этот... О, подождите-ка. А чё это у нас здесь? Жмур лежит. Ля какой. Красивый, золотой. Блин, они такие стрёмные. Такое погнившее мяско. Такое ощущение, что гляди, возьмет, скачет и побьет. Фига, вы тут развернули лагерь, блин. А вот я, Артём, вернулся из живой. Да, конечно, живой. Князь, тут таких ужасов понарассказывал. Да нормально все, я взрослый. Идём, мальчик. Как раз папа с Катей разговаривает. Пойдем, поговорим тоже. Но они клевые. И Катя, и дочка ее. Катя еще и медсестра, кстати. О! Катя, спасибо вам за... Растет пополнение у нас. Девочка такая, так что смотришь на меня, говно? Да, да, конечно. Что вам известно об оккупационных войсках? Ой, опять он нудится своим вот этим вот всем. Они просто здесь то жили и все. Странных вооруженных формирований вы не встречали. Простите, нет. Ну, мы нигде особо и не были. Глушь одна, да и только. А, понял. Артём, подойди-ка. Я вроде бы рядом стоял. Артём, спасибо вам. Если бы не вы, нам бы точно не уйти. Пожалуйста. Мы так они все отвлеклись. На тебя вон мужик уже глаз положил. Я бы на твоем месте переживала. Да, дядя, Артём, спасибо. Он уже думает о твоей жена этой самой. Добрая и красивая. Вот. Он реально смотрит ей на пердак. Он ее вот хочет отпердолить. Я тебя всегда... Артём, зайди после бати ко мне. Да, хорошо. Так, ну и чё? Молодец, что спас их. Да. Катерина сообщила нам важную информацию. Я молодец. Хвали меня. В порту скрывается некий крест. Механик. Его помощь нам необходима, чтобы привести Аврору в порядок в разумные сроки. Ермак один не справляется. Типа открытый мир, да? Так что, как будешь готов, давай в порт за крестом и сразу обратно. Хорошо. Не думать, что спасибо. С этими святошами на мосту делать. Да, ничего с ними не делать. А отпустите, забудь. Ну ладно, давайте на этой нотке тогда с вами закончим. Пишите, как вам серия в комментарии, мне очень понравилось. А, тут, походу, реально теперь у нас свободный такой открытый мир, что прикольно. Спасибо, что посмотрел это видео, смотри мои другие классные ролики, и уже очень скоро увидимся. Пока.